Вот. Добивать до конца. И ты идти дальше. Ну, в принципе, мы прилично сможем успеть, если там без вайпов на квартальных будет. Вот. Либо ебануть 4 и пойти в ЗС. Вот я просто. За ЗС. Я вот не знаю. А ну, конечно, смена. Давай по максималке пройдем ЦЛК, потом уже из ЗС и ОКО там сидеть вайпаться. Я вот тоже думаю такую хуйню, да, что типа надо стараться это. А на ЗС люди, да, охотно придут, там как бы проблем нет. Плюс пока будем перебегать вот это все время. Да, время ну, время тратится. Ну, короче, Лава, давай. Да. Замени меня буквально. Ну, мне отойти надо на 10-15. Да, давай, иди. Ну, иди, это самое. Не знаю, кто там хотел на корабли. Давай. Я пока ранец возьму. Кто там хотел на корабли? По приору, кто там что заберет? По-моему, ты про плащ что-то говорил. Вначале. Я плащ забираю. Сет же по приору его заберет. Так, ну Валафару. Ну хотя, кому там нужно? Валафару? Окей, забирай. Ну... Я уступлю, забирай. Ну а если у Энха приор выше, чем Валафара? Ну, значит, Энх забирает. Ну, нет. Значит, Энх заберет. Не, ну, не, типа, спроси не, у него, Энха, у него ниже. У него ниже, у Валафара выше. Давайте сумнем Валафара тогда. Ну там Хольдринг подойдет. Я хочу глодак с кораблей. Съебаните шкаф. Мишка. Прием, время, время. Шкаф, шкаф, шкаф. Ну этот плащ типа чуть лучше, чем Зламана. Так, сейчас мы на сурке должны с вами образцово сыграть. Показать и ДПСик, и четкую игру классов. Чтоб был гайд, блять. Так, Валафар тут. Все, берите ранцы. Я пошел туда. Вилаша тут. Так, запускаю. Заебал, ну почему я промахнулся, блядь? Сука. Вы видите, что это там вдалеке? Хорош. Боевой корабль Альянса. Все на палубу. 5, 4, 3, 2, 1. На тебе, блядь, в жопу топор, блядь. Один стак накопил. Все, давайте. Полетели туда. Хуяриваем там всех. Маг в приоритете, старайтесь все как можно быстрее зергануть, чтобы пушки быстрее продолжили бить. Заебал, блядь. Вот почти скидываются стаки с него, блядь. Он их обновляет. Ну да, чтобы он по тебе не попал. Ну да. Тут-то Войденс, блядь, порезан, вон. Уклонение 7.32. Парирование 23. 30%. 3% талант. 33%. Вот ему прям объебаться конкретно надо. Еще третьего мага, наверное, давай. Так-то он уже, он по 40-ту бьет. 40-ты это два удара, и меня нету, блядь. Еще какого-то мафа нету, что ли? Пристабав дайте, что-то не вижу на себе пристабав. Ну-ка тыкните пристабав. Еще мага и уходим, да? А, оно пристанет, что ли, блядь? Шэдоу, сейчас выйдешь с пушки, дай пристабав. О, на 3000 больше.
Все, что, уходим? Улетайте, да, улетайте, давай скинем. Потом уже до конца достаю. Блять, ты время тянешь, World. Не понимаю, блядь, ты в DC вообще? Почему так? Есть такие вещи, которые понять, блядь, не дано, блядь. Теле. Пушку замените. Ну, блять, а где ранец ваш? Он реальный был в пушке. Пушка одна не работает. Замените пушку. Прием. Как слышно, блять. Да чё? Синтек в пушке. Синтек, сука, тебя не просили. Кто меня хилить будет? Вот инвалид, бокс, не понял, блядь. Давайте ракету еще. Я понял, блядь. Я еще и на Софье стал успехнуть. Да, наверное. Ты что-то 15к насели, да? Я что-то больше тебе не получается. Неправда было, не 15, было 17. 800, по-моему. Или 16-800. Да 15-900 было. Это детейлсы ваши, нахуй, они кривые, блядь. Хуйню показывают. 15-900. Нормально Shadow Step нажал и через текстуру провалился. Добивайте 30 тысяч. Че ты по джимбо двигаешься? Нажимайте, нажимайте. Во. Королю бичу. О, бичи летят. Угу, корабль бичей. Бич с нами, брат. Он видит все. Я не один. Я с бичом двойным. Двойным? С двойным бичом. Здравствуйте. При покупке бича. Здорово. Привет. Опа, шея. Шея неплохая. Да, лучше как островной. Скорость. Думаешь? Ну это кому хоста нужна с меткостью, типа, подбить кап. Да. Ну совета явно это хуйня, нахуй. Ну ты понимаешь, да, синтек? Ну, ты, блять, я понимаю, конечно. Ну, вот смотри, две сотки. Вот там кто там по 10 жмет, вот две сотки нажали World и ты. World априора ну, вот, мало, нахуй. World of X забирает, если по приору. У него. Ну я в принципе. У него меньше, чем у тебя. Ты ему отдаешь. Ну, ты off. Все тогда. Все, отдавай ему. Пусть летает сотку. Мне никому не жалко за 100 кп отдать. Лучше одеваться, усиливать персов. За сотку. Просто опустил типа. Кстати, еще просто мир заезд. Мне не жалко. Чем я же вас специально развожу. Да не, мы дальше пойдем, наверное. Дальше пойдем, пойдем. Да, дальше по боссам. Еще б текучку поменьше, чтобы, блядь, каждому не отдавать. Ну да, это совсем мечта, блядь. 25 биг демо в рейд взять фуловых с полиролями с красными. 20 красных полиролей это 500 000 голды. Ничего себе. Примерно. Если, конечно, есть еще на ауке. В рюкзаке нету места для голды столько. Так, жрите рыбу, синтекс, пекайся. Смотрите, особенно здесь, по этому боссу, это то, что надо убивать трэш. Смотрите как. Напуливайте. Вот у вас 5 напулов. Выбирайте 7 моба. Вот, допустим, топа седжу 2 левых. Один дальний, один ближний, там сами договоритесь. Валфар с криптой 2 правых моба. А один центральный, который там, ну, они пятеркой появляются, так вот центральный, этот реальный берет. В обязательном порядке на каждый трэш, вот оно появился, вы дали на пул, на танка обязательно. Не на себя там, не накручивайте, а именно на танка, чтобы он шел. Потому что он ДДшников пошотает. Ну, рарник, ты играй через стан. Есть стан, бьешь.
пачку пропускаешь, если стан откатился, стан дал, бьешь. РДДшники тоже в обязательном порядке. Кидайте какое-то говно там. Не обязательно прям упарываться, там, фул ротацию на дотке обвешивать. Там. Просто хуярьте чем-то, чтобы был эффект от общей массы, что мы быстро его разъебали и дальше спокойно играем. Потому что если мы будем хуй класть на трэш, получится залупа, блять. Мы просто попадаем. Просто кидай каждому мобу свое имя. Свое имя. Имя. Там Лаврик, Петр. Жора. Жора. Петя. Даже забыли собственное имя. Петя, это Петр, тоже самое. Рибам, да? Же... Моя прелесть. Седжи, бери Жору. Жору за яйца. Рибам? Интересно, как бы ты сына называл? Я? Yeah? Ну да. Big Damn Son. Точно, точно не Жора и не Big Петр. Сын, Big Son, ой, ебать, Big Son. Большое солнце. Че, у сын, так есть варианты? Вдвоем держали нет. Жору, купе ломал. Визинец хрустнул, Жора в обморок упал. По страховке получили 40 тысяч. 5 секунд, да. Пула, готовимся. Ебаный тарак закинул. Меня кусает. Давай, Гламурчен, частицу на Анреального. Нас так похилишь. Это Хант, он не хилится вообще никак. Пускай на нем будет частица. У него метка, он сдохнуть может. Друиды, три друида, два друида хила, смотрите за Анреальным внимательнее. Вот видите, сколько проносит хп он. За ханычем резоне захилится нормально. Он так, главное, не уроните. По мане там, смотрите, Вадикон с авистом по хапалу залейте. Бы вырасти, еще пизды дадут. Три метки хорошенько хилим. Слышишь, перевешай частицу на Анреального.
и хит. Этот хилы, у кого иннер есть свободный, у кого маны дохуя, залейте по хупалу. Мне зону хорошенько, вон там закханыч этот, буйным ростом подхилите. Быстрее, быстрее, трэш, ну задотайте, пиздедаст. Так, бидон вылетел. Хилы, внимание, готовьтесь. Хорошенько сильнее хилить начинаем. Сейчас, короче, иду не забыл. Всё, я тут, если надо. Так, сдаю незыбку. Через 5 секунд Вилаша дашь тоже незыбку. Чё, босс, на мне или на тебе? Вроде на мне. Давай незыбку. Гламур, давай массакру. Шадоу, готовься. Гимн на ХП читать. Так, на Вилаша нормально. Гимн на ХП, Шадоу, читай. Два ляма добиваем. Так, чё, 390. Вот, сейчас показывает пока. 24 Равис, 23,5, Хэлла 23,300, Закханыч 21,700, 22 Вурфлекс, 21,5, Притон, Топа 21, Сезжу 20, почти 21, Дикон 20,5, Рарник 20,200, Врей 20, Призон 19,800, Волфар 19,400, Лианочка 19,400, Крипто 18,200, Шадо 18, Зози. Это учитывая, что ты трэш вообще не бил, у тебя 16600 всего лишь, слабо для кота. Катрисе сильнее дает. Синтек 16600. Ну, я наверное. Вот сейчас открой диск, это details, и глянь, сколько на тебе хитрости висели, и сколько на мне. И сколько на сове? Че, откройте портал. Ну, 390 это очень хорошо. Не совсем, но пойдет. Я понял, блядь. Ты мне говоришь? Я тебе говорю, открой, глянь. В смысле, я каждый этот кидал каждый раз. И отменял не то, да? В смысле отменял? Опа, негодует. На что нем ты... почти 2 минуты они висели, минута 40, на мне 4 секунды, блядь. Ну это не ко мне вопрос, я же расписал триксы. Вернее, в ЗС. Не-не, дальше. Все-таки крит лучше, чем чарка классовая. Я в чате расписал, кто в кого триксует. Допула специально. Ну, я не знаю, что вы паритесь. Это, ну, не ко мне вопрос. Я просил на танков мобов напуливать. Вроде бы кто-то напуливал. Да какая-то разница, типа, без этого. Ну, так-то разница. А, понятно. Ну, так тебе надо было сказать об этом. Ну, и зачем расписываю? Ну, вот смотри, ну, я приводил пример. Вот если будете делать, как вы хотите, то получится не рейд, а бичи рейд. Вот как... Мы сейчас сделали, типа, нормально. Да, на Сурфанге там все нормально. Ну, потому что один сделал, как он хочет, а второй сделал, ну, как я попросил. Ну, из-за этого и вывозим. А если мобы начнут шотать ДДшников, нахуй, это уже не 390 будет. Это один упал, второй упал. У нас 4 метки и хант. Меток больше станет. И просто метка в конце упадет, и босс захилится. Я в Ноумерсе видел 3 трая таких. Вот там люди хуй поклали. С 550 ДПСом на минуточку. Просто решили, что они лучше, нахуй, чем тот, кто их в рейд собрал, блядь, повел, блядь. Есть куча других боссов, где можно потриксовать, вот эту всю хуйню поделать. Не знаю, почему вы, ну... Ладно, пизду, похуй. Делайте, что хотите.
Ну, смотри, Волофар, надо ему что-то или нет, я не знаю, по лупу. Тебе на Хольдринка надо? Нет, мне ретрик надо так-то в рейд. Волофар, пойдешь дальше на замену? Мне так-то ретрик надо. Ну, я могу пойти на замену. Мне ничего не надо, мне только конь с лича. Так, Хольдринка возьму, Волофара тогда. Портанешься там или это, пока трэш бьем? Он выйдет там, забежишь. Без этого бича можем, в принципе. А, плохо, что он рейд-лидер. Релаш, Холи Дринк. Холи Дринк может, короче, в танк спекнуться, и мы убьем босса, пока этот покажет. Да не пропадет лут. Он подойдет к тому времени. А, вон он. Например, быстро репати делаем, да? Да, да, посмотрите на него. Вот он идет. Хромой бежит. Хромой бежит. Рыбку ставь. Крипто, ты увидел чат? Да, я уже видел, да. Пристабав. Вот там рэпчик. Нормально, да, там долбежка просто? Я не знаю, Равис, ты такие вопросы задаешь. До него надо дойти. У нас не 550 ДПС, чтобы за 4 часа это все зачищать. Если было бы так, я был бы рад. Но в начале рейда я никогда об этом не думаю. Я всегда думаю об этом, когда мы убили лича. Думаю, кто что больше это... Кого наградить, хуй знает. Но это надо думать. Мы же не бичи. Маунта вроде. Кинут роллы и все. Так хуй ролл. Давайте, это, давайте еще Т5 на 10 ты. Человек пораспределяем, вместо того, чтобы да, босса... Да нет, я думаю, коня надо триплёха дать просто и все. Все готовы? Да и что-то. Не, ну триплёха заслужил, наверное. Да. Сейчас бы, блядь, что-то давать триплёхе. Треплюха и так он, блядь, обижается нахуй. Ну 15 лет, ничего вы хотели. Ну, через пару лет подрастет, будет тебя передпшивать нахуй, синтек, блядь. Ну окей. Надеюсь, когда-нибудь он передамажит хрену. Так, одна да на мне, Вилаша, выноси, и второе тело выноси, споры. Я там метки не ставил, но вы знаете, куда что. Видно споры. Синтек или бой бич передамажит. Так я в бревне, блядь, интересно. Че ты утащил? Да я, блядь, на пельмень среагировал, не хотел отбежать. Че, на вас не кинулось? Вот теперь 5 миликов. Хватит передо мной бегать, блядь. Смотри, гламур чен с пельменем и друид инвалид. Спасибо, молодец. Ахила блюют, бидона захильте, минус бидон. Как дела? Хуёво, да? Хуй захилишь, да, Синтек? Мы ж лучше попиздим, посидим. Мэтфокс. Синтек носится туда-сюда, заебал. Сука. Я хуею, блядь. Мало того, что вторая пати вся словила пельмень, еще и два хила словили. Вадикон, Равис, бидону иннер дайте. Пельмень. Третья будет, обязательно словите. И на едкую гниль будет, значит, моя незыбка и гламурчина массакра. Там посмотрим, еще может гейм подобавим. Вот Зоози, Крипто Эвил, Седжо, Закханыч, Рюд Инвалид, Призм. Рюд Инвалид, ты в миллизоне что ли стоишь, что вы так лутаете одновременно? Встаньте как-то. Разносите, одна под боссом должна быть. Под боссом есть? Не вижу. А вот, или нету? Есть? Да, есть одна. Поближе, поближе, встань. Пельмень в тебя. Пельмень. Давай готовимся. Холипал, готовься, массакру. Давай, массакру. Шадоу на хп срочно кичитай. Забирай, Влаш. Забирай. Ёбаный в рот, блять. Ну как так, нахуй? Друид инвалид. Риса его дикона. Его дикона сразу захильте. Шадоу на ману читай. Ставь ТТМ, бидон. Его дикона захиль. Каску лапа пристабав, дайте. Шалфир тоже на ману включай. Бидон сухой. Залейте инера, у кого есть по бидону. Пускай пока стоит цепухи. Но сейчас, в принципе, доедкой должны добить. Так что. Ебать лаги.
Вот этот гай, кстати, можно как-то патчами отключить. Нихуя не понял. Патчами этот газ тоже отключается, чтоб не лагало. Его выключи. Да, было бы заебись. Сейчас на споры похуй, только я вынесу лучше, чтобы дамаг двойной не латали. Даже, блядь, пельмень. Загрел на себя пельмень, блядь. Спас рейд, блядь. Я почему-то не поймал пельмень, хотя я, блядь, с него встал. Дырявый. Дырявый просто. Не понял. Все сходится. Тухло бич. О, я, кажется, ДС на грань собираю. А, осколок есть. Хорошо. Этот черный убойник надо кому-то? Я понял, на ФДК заберу. На ФДК Бой. Нормально будет? Ну нет. Такое. Не особо хорошее. Прикольно будет. Для бича. Надо еще два куска выбить. Так, друид инвалид, ты уверен, что тебе это говно за сотку надо? Да я хуй знает, мне ну, скорость да... не хочу. Ну, смотри, вот крит, да. тебе надо на эрдру дух и хаст. Значит, с этого, с ребра шею. Это... А зачем ему хаст, если точно, он точно, хорки он правильно говорит, я смотрел. Да-да-да, ну, как бы... С крит Цшная шея. Да, ну как да. бы, я не знаю, ДЦшник там, да, как-то еще более-менее заберет. Мэтфокс тоже самое. Правильно, правильно, с ребра. Вы да. подумайте, потому что это 400 гп, вы будете сидеть чилить целый месяц, нахуй, пока оно сбросится. Все, отдавай. Мэтфокс. Ну не месяц, но две недели максимум. Ну да, как бы. Ну да хули лута. Смотря как ходить в рейд. Да. Хэлла закину тогда за 10%, да? Пацаны сотку кидают. Им не дают. Ебать. За 10 минут. Нет, так шмот говно просто. Нахуй нужен. Не, ну хотите, берите, похуй. Хочешь, передай. Ну, если прям... Да не, нахуй. Оно не апнет нихуя. Оно, ну, не даст нихуя эта шея. Там, я даже не знаю. Ну, профита ноль, нахуй. Нихуя не изменится, грубо говоря. Вот этот пояс надо кому-то, нет? Идите сюда, да. Ну там вообще-то колечко с ребра. Че, Войд, ты зайдешь на друида? Не колечко, а, по-моему, этот кто он? Да вон шея. Шея там с ребра. На друида. А колечко с синдры. А. С духом, ну да. Так, тихо. Мэтфокс, ты что, передал палку или что? Я не могу понять. Ну, так ты квест брал? Ебать, как долго я жду ответа. Так. World, а ты уже давно брал или что? Как у тебя? World, у тебя квест есть, что ли? Короче, вы заебете, блядь. Ну, отдал World. Ты знаешь, как делай? Кто, кому отдаешь палку, в геройке отдавай вот эти, блядь, кровь. Так я и отдаю, блядь, палку. Просто я отдавал Мэтфоксу, блядь, он хз что делать пишет. Пока, блядь, я 5 минут этой инфы дождусь, блядь, World плюсует сотку, ставит. Дай лупера, что... блядь, осколок заберу. Ага. Он сотку плюсует, потому что у него тоже, видать, квест есть, но в тот раз ему не дали или что. Ну все, в другой раз получит тогда Мэтфокс. Забрал. Сейчас второй отдадим тогда Ворлду. Все равно это хуйня не к спеху. Так ты, может, зайдешь за Войд, друида? Зайдешь на друида? Зачем? Ну, ты травму хотел. А, нихуя, ебать. Ага. Вот это реально вы вспомнили, блядь. А то я за 10% заберу ее. Так, ну тогда знаешь что? Этот самый... А ты можешь также поддержать слизни и все. Я офнусь просто, там рулут на себя переставь, сейчас зайду. Блять, как же там получше? Посчитайте, сколько там РДДшников. Вроде РДДшника хватает. Призен милик, хант. На ханта частицу. Хилов нормально.
Блять, жалко ДЦ нету. Диспелите обязательно. Я, наверное, в мишке босса постою, подержу, а ты, Вилаша, побегаешь со слизнями. Знаешь, да, смысл? Самое главное, маленьких с большими сводить, больших только с большими сводить. И маленьких на РДД, когда там один, два есть, если они далеко друг от друга, то пускай стоят. Но самое главное, РДДшники, кто стоит с маленькими, отвердите их к стене. Потанчит босса. Не-не-не, я потанчу друидом. Ей проще с ЛПшками будет бегать. Мне на друиде неудобно будет забирать с вас. Там слизни будет долго в центре стоять. И проще с ВПшками. Плюс еще притяжка есть, блин, медведя такой хуйни нету. ВПшки, притяжка там. Да еще бы выпало. Медведь просто массивно бьет лапой нахуй все. Да там, блядь, вы за гроб переживаете, что ли? Там пиздец будет вообще. Бомба, блядь. Отдал лидера. Суманить? Шкаф. Так. Звезда. Бля, я забыл уже, где им стоять-то, блядь. Так, звезда. Shadow и Хэла. Друг друга подхиливают, если что. Shadow, Хэла, звезда. Кружок Шалфир и Приторн. Так. Ромбик. Вадикон. И Хэла. Хэла в звезде, нет? Я же в звезде, ну. Ёбаный в рот. Вадикон и... Тогда Вадикон и Лианочка. Ну, а в треугольнике Ровист и Хант. Ханта, если что, подхиливай, Ровист. И на Ханта частицу с пула. Меня там не пошотит, меня там Мауешка захилит. Он бидон на мне щит поддержит. Диспелим обязательно. Вот тотемы поставьте, Призон Хэлла и бидон на очищение. Потом не забудьте убрать, когда на профы пойдем. И это. Так. Самое главное, что, 8 тел захиливать, и Вилаша бегает. Должно быть заебись все. Значит, Лианочка с Притоном на себя СС дадите, когда там нужно. Фулл баф под рулям дайте. Да, желательно там каску. Инту, каску, приста баф. Каски до сих пор не видать. А вот. Пристабаф есть? Шаду, Шелфир. Если кто-то сдохнет, маги, первый в Рей, второй в Уорлд на выход. Бидон похавай, Верт Плекс похавай. Да похуй уже. Это, принимайте. Все, дает счет. Кто не на рендже, все под босса. Two, за спину забегаем босса. Блевать должны только 3 случайных человека, а не 4. Если 4 блюют, это хуёво стоит, значит. А чё на здесь трое, блядь, стоит? Кто-то на рендже. World, ты Shadow на... Knight, блядь, World Flex. World Flex, ты под боссом, если что, ты тут в DC? Алло. Что не в DC, нахуй? Давай я под босса уйду тогда. Ебать, ну... А хуй знает, чем это чревато, вдруг он тоже уйдет. Блять, напишите, кто-то, у кого-то... Давай я в ромбик встану. Ну, вставай, куда удобно. Пиздец, еще люди ходят, в Дисни заходят, блядь.
Ну, типа, сильнее побольше играем. У меня опять вылетело. Ты заебался? Заебал. Ну, оставшиеся 4 хила стараемся. В обязательном порядке помогаем подхиливать. Там, если что, подхиливай, если вдруг, ну, там, на дьяблю ее, там, цепуху через себя покидай, чтобы рядом кого-то подхилить тоже. Хотя бы одного человека. Синтек, пиздец, блин, интернет, нахуй. 500 рублей на интернет надо синтеку скинуть. Да у меня сама игра, типа, зависает, потом, типа, не отвечает, и там, блядь, одна клавиша, типа, закрыть. ДПС хуета какая-то у нас, это быстрее, блядь. А, не, реально ничего нет. Главное, с маленьким не сведи большого. Вон маленькие появились. Все, не прохил. Так, усталка есть у тебя? Да, я в луже, пока не буду. А, ну как лужа пройдет, там и блевотина, смотри, что тоже прошла. Здесь еще блевотина будет. Так, в центре большой. Захиливайтесь, захиливайтесь. Хиль-хильсия. Вадикон, Индер по бидону. Готовимся по команде, это, выходим. Вышли с центра. Босс блюет. Незыбку, шадоу на хп. Блять, и этот массейв. Ну все, пизда, все подохли просто. Под блевотой. Под блевотой просто стояли. Ебать, залупа, нахуй. Еще бить, смотри, полбосса. В пизду падайте, лужа, нахуй. Заходим, падаем. Ситек заебал вылетать, нахуй. Ну вон, скажи, чтобы не люблю щиты зашел на приставить. Давай, не люблю щиты, заходи на пристан. Никого. Никого еще рогу взять, что ли? Можно это меня заменить? Зози. Кого? Я могу похилить. Зози. О, он может. Биг Дэм похилить на хп. А ты что, все уже уходишь или что? Ну мне отойти надо. Не знаю, насколько. Вон Авиланя пишет. Да, могу заменить кого-нибудь, если надо. А, че, мы убили 4 босса, да? Инвизи был босс. 1400. Да 5 боссов убил. Да. 1700 получается. Так. Зози, иди. Басы, новые. Так, Синтек, тебя заменяем, да, в рей заходи. Да, у меня еще не заходит, но я потом еще попробую. Так, и кого взять? Invisible больше даст. Не могу пригласить члена другой группы. Так, Биг Дэм, на кого заходишь? Ну, на кого надо, на того заходит. Ну, шипешник заебись будет, самое прям мощное. Хотя у миликов нету 5 крита, так-то вар можно. Лучше варом тогда. Нет, прогоним. Или кошку. Кошки-то у него нету. Тогда вар лучше, потому что 5 крита надо. Кот, мы кота убрали. Убрали. Что можно в кошку? Ну, не знаю, целесообразно ли это с ВХ делать. Тем более, ренжа... Превращать в милика это хуевая затея, блять, на гнилом. Да и вообще, блять, везде. Это очень мега хуево. Давай, все, смирись, блядь, теперь. Этот какого. Савух. Ну я старался. Мое дело предложить, ваше дело отказать. Гил, мой хороший друг. Ты теперь лоха. Играешь с лоха. Ставьте шкаф, суммоним их. Все, ну можно ливать, да, с БГ? Да. Так, мы все так потом зайдем, так пусть повисит. Так бы я еще слоны, в принципе, шею бы взял. Шея никому же не нужна с мастерством РПшная на лане.
Нет. Наверное, тоже возьму на друида. Хотя массива нету. Когда-то давно бигдема нужна была. Но уже, думаю, не надо. Че вы там смоните? Бидон. А, она нужна, блядь, но мне впадло потом все переделывать, капу менять, там дохуя камней придется, наверное, парочку. Но она не даст того, что хотелось бы. Так, ставлю рыбу. Хаваем. Ну-ка. А, ну это все равно хуй знаешь, когда я учу, короче. Поводья рыжий бронированный верный, блин. Так, что у нас там? Ничего же не поменялось, да? С ренжой. Ну, с вордфлексом определиться только. Вордфлекс, ты в дисе, братан. Вордфлекс, прием. Ну, он не в дисе просто, нахуй. Вот и все, блядь. Метку ебанем на него, блядь. Тут на ФК еще. Вот так вот. Он в лагах. Триста баф. Инту. Так, еще раз, что два приста, две совы, два лока. Элем и хан, все правильно. На ханта частицу. Не забывайте. Ну, самый нехилищийся класс. Так, что, все были готовы? Я что-то не просмотрел. Не подтверждаю. Я еще не готов. Ну, так быстрее, готовьтесь. Все, у меня в круг. Так, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ебло, блядь, кривое, блядь. Он бегает так, как дурак. Пиздец, как Майкл Джексон просто проехал. Не забывайте мелких к стене отворачивать. РДДшники, кто на рейнже. Чё-то бигдэм не то, блять. Ты разучился дамажить? Ну, не знаю, может что-то у меня идет. Ну, вроде все, да. Не, я смотрю, у моего мишки как регенерация мощнее, чем у ДКшника. Чё было постоянно ко мне идет? Слизень этот ебаный. Ты на него ЛПшки кидай и набирай агро на нем. На кого он срывается вообще? На меня или на кого-то другого? Пиздец, долго, блядь, бьем. Рви стресс и притона. Чё там? Рвис тут, нет? Сдох в противоположном части карты, но сейчас я сну. Беги потихоньку. Притона захил, быстрее, 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 щитоком. Фулл баф по притону, каску на попристабаф. Это пиздец, нахуй. Ну кастуй, пожалуйста, похищение жизни. Ну я кого учил? Кастуй кастовал. Все равно убивает. Ну я хуй знаю. Щиток давал. Вадикон реса еще раз. Притона.
Дохильте. Обход эти Мэтфокс друид инвалид притона. Когда дыхание идет в его сторону, жизни света на него стакайте. Ставь тотем, шадоу на ману читай, бидон ставь тотем. Рвист по бидону. Готовимся, взрыв очень близко, готовимся отбегать. Побежали и быстро. Шадоу на хп. И массакры, и любую хуйню. Вот, сейчас упало, все, возвращаем в центр. В центр, в кружочек вернулись, даже если босс не дошел до туда. Все. Чтобы прыгнуть не нарушать. Старайся забагивать мобов этих. Сизней. Скоро второй взрыв будет, если что, готовимся. Там будете на хп давать и не люблю, и шелфиры на второй взрыв. Я давал. А, это хуево, что ты сейчас дала. В центре большой, захиливаем. Подхильте центр. Рависта за... Мэтфокс, ресы Рависта. На рейндж выходите. Друид инвалид, ресы притона еще раз. Каску. Так, притон, вставай. Захиливаем его. Каску лапу пристава, быстренько по всем обновляем. Диспельте, друид инвалида. Не держите эти болезни. Скоро взрыв будет, да? Лужа в центр, нахуй. Спасибо, кто повернул, нахуй. Бичи, сука. Аккуратненько встаем на краю лужи и бьем. Захиливаем. Сталка есть, хила? Ну, нет. Пиздец, нахуй. Мэтфокс, ресу. Друид инвалид, выйди на рейндж. Побегай там с... Мэтфокс, ну захильте его. Да ебаный нахуй. Чё, было, блядь? Эй. Побежали, отбежали, отбежали со своих мест. Все на хп читаем, что а, шалфир блюет. Вы не можете отбежать от центра? Я прочитал. Ты сейчас верну. Блять, спасибо, кто там наблевал нахуй в центр нахуй. Бичи, блять, на рейнже. На рейндж все выйдите, все хилы. А то заблюет центр, мы просто подохнем. Лям, добивайте. Сложный босс. Сколок. Миллион травм, кстати, выпало. Да. Миллион даггеров. Миллион миллионов. Шея танка, скай, пиздатая. Миллион, миллион. А лых роз. Чё, я на успех бы шею забрал бы. На 50 пистолет. Угу. Из окна. Видишь ты. Гламурчен. Это хуёво, шея надо с меткостью. Там где-то падает, по-моему, да? Ну а чё, открыть меткость, да? Mm-hmm. Если никому не надо, то все, 10%. Так, нахапала грудак. Тебе надо, Саня, плечать? Ну, возьму 10%, если никому не надо. Ну, давай, я тебе отдам. Мне на распол выкинули. А. Так, пошли на профа.